Есть. Так. Космонавта приготовили. И вот здесь вот задача расслабиться и медленно закрутить человека. Я подкомментирую, наверное, по именно по ощущениям, именно для записи. Но ощущение невесомости, как будто ты в таком свободном падении. И чувствуешь, как растягиваются, расслабляются вот, особенно плечевой пояс, трапеции, которые у нас в повседневной жизни подлежат, и от стресса постоянно, типа плечи к ушам. Оно в этом положении прям отпускает, у тебя запрокидывается шея, опускаются плечи, дыхание тоже налаживается медленно и глубоко становится. Ноги свободно висят. И вот лично у меня ощущение, как будто в скафандре где-то вот, в хитром космосе, Париж, вообще не ощущаешь своего веса. Сейчас тоже закрутило, да? Ну, это еще отсылочка к утробной жизни, когда плод 9 месяцев развивает по околоплодных водах. Логически, на подсознании мы возвращаемся в утробу матери и возможной проработки каких-то вот предродовых травм и, в принципе, внутри... Ну, самое первое, родовая травма. Негативного. Да. Родовая травма, когда ребенка неправильно... Прекрасно. Да. Каждый ребенок рождается, его роды неправильные. Поэтому вот эту травму мы решаем. Космический полет. Да. Нужно придерживать человека, да, потому что оно продолжает. Идет прямо...